«Газпромнефть» начала прием заявок на ежегодные интеллектуальные состязания старшеклассников «Умножая таланты». Регистрация проходит на официальном сайте турнира и продлится до 6 октября. Участие могут принять школьники из городов деятельности компании. Допускаются команды из 3 человек в 2 возрастных категориях – 8-9 классы, 10-11. Участники будут соревноваться в решении реальных нефтегазовых и IT-кейсов. Авторы лучших работ отправятся на финал в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Турнир «Умножая таланты» – один из ключевых проектов программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть».